Чего ты сказал? В армию? Какую еще в армию? Вы не послышались. А, да не, у меня просто сосед подстригся. Понял. Ну, короче, я челикам сказал. У них там какой-то непонятно чего, там геры нету, и также вот это ГГМХМ, и ТРЛ то приходит, то не приходит. Я говорю, бросайте это гиблое дело и давайте сюда, короче. Пойдут они или нет, ну, типа, я не знаю, честно. Вот. Но там ДЦшник 2Т5. И, ну, и другие там, я не знаю, и ДК танк есть там. Короче, все есть, что моей душе надо. Я просто на сове буду летать тогда. Давайте что сделаем. Инсика зашел, да? Ну, давай, третий хпал. Кипаса на обходе. Мастер. Да не, в ретрике. Не, побудь хиле, не надо. Ты еще поферяешь, если что, этих мобов. Инсурис и хукмастер где? Где хукмастер? Тут я зайду. До сляски кидаю, да. Ну начнем сейчас они. Короче, видишь, если они присоединяются, мы меняем самых слабых, и мы геру можем организовывать. Это будет, я не знаю, это будет не просто великая победа, это будет, я не знаю, просто. Это. Я даже слов не могу найти, как это, что это будет. Это будет революция. 5 гильдий просто. Вот. Ну там с теми персами, которые там есть, и слабенькие заменят, то там по 12 дают тысяч. И герои мы тогда им сможем проносить. Ну, начнем тратить, соответственно, нормально. Давай, шкаф, привет. Инсурис зайдет, нет? Вы хоть говорите кто-то со мной, это вообще не клаустрофобия начинается. Да, шеф, это очень круто, что будет 5 гильдий, я так рад, боже мой, ты не представляешь просто. Вот если бы мои эмоции могли бы отображать это счастье, то, я не знаю, возможно, ты бы абстрагировался и решил бы бросить игру, потому что ты понимал, что ты сделал людей счастливыми, и они настолько удовлетворены этой жизнью, что им теперь вообще ничего не надо даже играть в игры. Где пичи Мордаунд? Почему он чилит? Мордаунд, ты тут? Че он чилит, я не понимаю. Давай в рейд. Тогда Нсику можно будет спекнуть в ретрика. В боссы. А что ты сколько даешь? Да. Ну, да. Сейчас он должен больше выдавать. Ну, правда, камни алкаш не все. Так. Вот. Но у меня там кузня. Где там Морда? Кузня. Вот. Слав, если не затруднит для ДДшеров, тактику в двух словах озвучь потом, хорошо? ДДшеры, короче, тактика очень простая. Три портала, с них будут уходить мобы. Демоны, 4 штуки фиолетовые такие, бесы маленькие. Бесов бьют по команде, демонов подводят боссы сразу, танки, и бьете все АОЕ. И скелеты бьют РДД только. А демона, ну, скелета может одного грипну. И там будет его инсика ферять. Оковы, ну да, грипп на оковы. Ну там если Дед Свободен, Дед Мороз. Ну, то есть одного под боссом заливаем, ну и три там РДД. Если РДД долго заливают, то и милики еще одного грипп. Все просто. Сначала трэш, потом босс. В лужах не стоять. Для РДД... И волну не ловить. Волны не ловить. Ну... Там IQ много надо, сначала их уедить надо. Дед Мороз спрашивает, ему ДД или танком идти? Танк. Хотя подожди. У нас уже 4 танка и так. Так, Бами, у тебя ретрика нету, да? У меня он есть, но я не выйду на него вообще ДПС, потому что я не играл там никогда. Мне, короче, надо, чтобы это... Там, короче, Марук. А Марук, у тебя есть ДД? Ты... Ну, такое, 8к, но надо тогда в Долоран. Видишь, еще и Бамми не танчил. Ну, я могу почилить за рейдом. Да не надо чилить за рейдом. Будьте, короче, в танках, этот самый... этот... Суманут идея, нет? Да. Не, ну давай я с лёта в Долоран возьму ДД спек, ну что тогда дам? Не, не бери. Там... Будь так, пускай. Кипаса, инсурис зайдет, нет, или что его убрать? Кто знает. Кто там стрянды? Че он уфнулся? По инсурису инфу. Вы же возле босса стоите, да? Да. Короче. Да, я думал, что квест могу сделать, блин. Какие боссы тебе?
Саф, могу минут 5 сейчас быстренько КВ доделать и это? Так, смотри. Сейчас, секунду, новые персонажи появились в гильдии. Сейчас я поспрашиваю, может, еще ШПЛ к нам присоединится. Сейчас вот мне написал... Соломку бери, он пойдет. 100%. Состав, который присоединится к Герри, это РПАЛ предбисовый, ДЦ-2Т5, ШП СВХ 4Т4Т3, ЛОК, значит, комбо 30 тысяч и кто там еще? Танк, потом... Все, вроде сколько человек 6 назвал. Ну это а будет. ДК. ДК и ДТ, и танк. А что здесь будет опять? Нет, это. Чего? Я, короче, понял, мне надо будет танка делать. Танк он всегда хорошо заходит. Так, ну иси ко мне. Сейчас, Слав, давай пойти обратно. Обычно была проблема с хапалами, короче. Сейчас вообще нету их проблем, их не знаю, куда девать. Танков спекать. Ну вот, походу, да, не спекну сейчас танки. Че там на ГМХМ больше нигде не откопать тело. Да, он что-то говорил. Есть еще один персонаж, конечно, но он в РС сидит у нас. Я поспрашиваю, блядь, вы сумойте скорее меня, ну, два гондона бегу. Я уже сумонил, ты просто квесты беспонтовые делаешь, потом бы сделал всю эту парашу. Все, позвоню, два даунчика бегут. Рыба, пожалуйста. Так, вот, вот рыба. Пойду метки поставлю. Тут же это, как он называется, вешается 90 секунд, да, или сколько там? Очень знаю, даже ДЦ, да. Она может и ДЦ, может и холик. Она в холике будет, а он 2Т5 ДЦ будет. Не-не-не, да, блядь, я уже пил, тихо. Не надо мне холик твой. Будь в ДЦ. Будь в ДЦ, я тебе говорю. Не, ну типа ладно. Фиг с ним. Хочешь так, типа, не такой уж сложный босс. Как хотите, короче, делать еще хотите. Можете она в 2 ДЦ. Она уже спекнула с холика. Это у нас самое. Теперь два холика. Так, слушай, Лингрен, просто видишь, они не танчили, ничего не понимают, как трэш там что делать. Пускай вот Мару, короче, вот. Этот самый, и кто там, и Бами, вот вы занимаетесь этим трэшем, короче, будет три портала, тот, из которого будет выходить трэш, босс его будет лучом помечать, вот, а мы с вами втроем на боссе, я первый на боссе, Дед Мороз с меня забираешь, Лингрен с Дед Мороза, Дед Мороз, ты в курсе, да, что именно в каст надо таун давать, потому что тот раз я посмотрел, они ничего этого не делают, и просто каст проходит с автоатакой по танку. Все это. Сейчас я рыбу поем. А, вроде есть у меня. Так, баночка есть, нет? Баночка есть. Все, теперь метки. Best Knight. Напомни, что заказ. Сокрушающий удар или сокрушительный. Короче, босс, который кастует. Он, это... Третья пати, вон у вас метки над головой, вот и ваши кубы возле кубов. Ну там каст сначала пройдет луча, а потом вы уже кубы нажимаете и держите. Держите до тех пор, пока не появится 5 лучей. То есть не отпускаете ни при каком условии. Только тогда можно отпускать, когда вы красными буквами в чате увидели или услышали, если звук у вас в игре есть. Включайте звук сразу. Босс скажет нет, только не снова. И тогда можно отпускать. Ну или если визуально вы увидели 5 лучей. Все, заходите за линию сюда. Кто там? Можно? Ауру коника, офните. Все, это самое. Поехали. Гуляйте. Дальнего грипну. Yeah.
через чудотворцев играйте, они вызывают мобов. Их выбирайте и точно их разыгрывайте. Два паудина, помните, те правильные защиты, или как там называется? Со всяких там жуки, со всяких. Чертовы убиваем. Ну, чертовы свой хпшный. Так напомните мне, там надо метки менять, да? Типа, люди второй раз не прожмут кубы, одни и те же. Угу. Понятно. Ну, если не переведем. Да, скорее всего, нет. Так, чё, Слава, я каким? Ты, короче, ты третьим. Я первый, ДК второй. Ой. Активация 3 секунды, готовимся. Кера с пулом. Давайте Гера, будет вас. Ой-ой, что ты делаешь? Я не агрил. Понял, что ли? Он, скорее всего, просто сорвал. Тарелку кинулся, знаменитый. Значит, смотрите. Это... сбился каст, нормально всё. Хирургия. В принципе, про этот, про печать Материдона знают. Все, Дед Мороз. Где ты? Дед Мороз, не спи. Ты в каст должен давать, слышишь? Ты тут первый раз? Скажи только сразу, чтобы я, ну, понимал. Танком, да. Каст вот этот, который сокрушительный, видишь, Лингрен дал, босс даже не сдвинулся. Он после него сразу дает автоатаку. Поэтому тебе нужно забрать, потому что, ну, типа тут не шотнет как бы танков, но все равно, если, допустим, мы у двери будем танчить, вот видишь, я забрал, чтобы после, он сокрушительный по нему проводит, вот демоны, смотри, это два танка, которые не на боссе, нажимайте кубы, быстрее держите, ну, ромбик, гони, кто там? Пустили. Все, отпускайте, все, отпускайте, босс сказал, нет, тут не снова, смотри, все подводим сюда, диспелим проклятие и фулл ЛЕ и демона, и босс через демона играем. Демону каст сбиваем. Дед Мороз, готовься. Будет каст у меня, дашь? Вот, давай там. Вот, вот и все, вот и весь босс. Фулл ЛЕ по демонам. Быстрее, ЛЕ по демонам. Их три, их всего четыре будет. И касты им сбиваем. Быстрее, вот двое. Сейчас четвертый выйдет. А, короче, Лингрен, то есть что там прожмись. Я сейчас... Надо же переставить метки. Внимание, переставляю. Давай. Метки. Это Сэм, да? Сейчас я стаунчусь тебя, босс. Так, стаунтил. Дальше метки переставляю. Четвертая пати. На вас сейчас будет 4 метки. Ой, блядь. Это будут вторые кубы. Мастер, ты в дисе, слышишь? И, короче, Эли, ты прожмешь луну. Вот. Понял, принял. Ну пока что, да, в принципе, сейчас скоро уже будет каст. Вот каст бесов вызывает, кубы прожимаем, переставленные метки на вас. Нажимаем. Нажимайте. Луну. Все, молодцы, отлично. Потом обратно переставлено, в принципе, должны успеть. Лингрен с него готовим забирать. Демонов пока не бьем, боссов в центр подводи. Демонов выйдет 10 штук, и у них зальем ее. В принципе, это... Все, Лингрен забирай. Долго просто до метки бежал, далеко был. Все, да, заводи, короче, и заводи в этих бесов, и фулл ЛЕ, короче, с тебя буду забирать. Это мастаны никто никакие не дает. Первый мастан будет давать Лингрен. Тогда лоу хп будет у этих мобов. Фулл ЛЕ прям и боссы, и демонов. Фулл ЛЕ играем просто. На 50 босс становится манекеном. И пойдем к звездочке к воротам. Да. Все, нет, забрал. Все, добивайте мелких, мелких добейте, а то не взорвутся. Все, 1% просто переводим и все. Вон мелкий еще один, бейте его. Все,
это 10%. К звездочке отходим, И все, и стоим чилим здесь. Чем фул дамаг. Так, Ингрен после тебя. Тут главное с таунтом нет, а не прослакать. Вот я буду с него забирать. И все, и фул дамаг. Просто хилим хорошенько. В лужах не стоим. Я хиляю, не хлопаю, печать, ничего у тебя хп этот новый. Захильте его, где он стоит вообще? Не хиляю. Я хиляю, прием. Все, здесь. Ничего. Подбегал. Из огня вышли. Так, дед, готовься. Чтоб... О, сбился, нормально все. Давай такой блок. Просто херачим дальше, блинки. Дед, готовься. Летят дотес, да, гимнаману? Что-то подлагивает. Всех подлагивает сейчас? Да. И вообще сейчас пол боя провис. Вообще стоял, ничего не делал. Вот у меня то же самое было. Ты бал говорит? Да. Ух ты. Я по ДПСу догадался. Продаун, с палки побей просто. Нормально. ДЦ не нужна мана, ДЦ и без маны в конце. Я же тебе второй инер отдавал. Не надо давать ДЦ инер никогда, ДЦ без инера без. Это холлик, а боссами. Что я в ДЦ? В ДЦ? Что-то у тебя это было меньше, чем у него. Бич получается. 270. А у тебя еще 9. У меня 74. На престе я имею в виду. Какой у тебя на престе? 74. Ну так конечно. На этого на груля летим. По шмоту, который не печеньки, который типа если нужен, сразу подмечайте себе, там мне там плащ надо. Сразу в известность. Плащ. Мне там плащ надо. О, ничего себе, какие тринки, медальон и жезл. У кого лоховские жезлы там, кого апнуть можно? Посмотрите сразу. Так ты на ролл выкидывай, да и все. Не, я сейчас, мы сейчас полетим, я это не буду сейчас делать. Слава, а у тебя на прессе токены 271? Так. Голова, да. Все, полетим. Я тринку взял. Кто? Я хиляю. Лоховская для хапала триня, я так думаю, да? Это триня вообще помойка. Да, это триня плохая. Она вообще никому не заходит, да? Ну там да. Так, где-то в разных. Она бетира, по сути, то есть как бы и не совсем хреновая, и как бы не супер. Поэтому для тех, у кого хуже, на манреген 3 не стоит без постоянного бонуса СПД, ее можно подкнуть. Если у вас постоянный бонус СПД, то лучше не стоит. Как видишь, у нас Рошам нету. Я бы плащик забрал, вот там хоста. Да, никому не надо. Хорошо. Плащ Ниссики, да? Кому этот жезл нужен? Это хиля, плащ Ниссики. Жезл почекайте, кому надо. Кому апнет нормально. Кто постоянно играет. А кто не был на боссе, кто не бил, может взять? Я бы взял. Нет, не может. Экипасом надо, лучше. Думаю. Магом надо. Летим, магик, да?
Он игру ляпит. Печально, что одна сова вроде. А, я даже тут бачу. Один раз. Думай шире, целая сова в рейде. А ты чё, печать Мактеридона проявил, что ли? То я? Ну. Нет. А чё так на ману просил? Вот это... А, так я потому что вообще по КД считал, ты чё хочешь. Там у меня щиты лопались, не успевала ману гениться с них. Воровал отхил, короче, у пацанов. Да, я захилил больше. Там лока любого сомнёте, да и забегайте в инстаграм. Так, печать Мактеридона 92 тысячи. Угу. Такое ощущение. Да, не ловил. Было. 92 тысячи, но это три раза, получается, у тебя печать взорвалась, Мордон. Меня? Да, три раза. Пиздишь. Тебе деп... это? Я скину, блядь. Ладно, поверь на слово. Да, все, блядь, обосрался, ты видишь, у меня ни одного. Вот смотрю, полученный урон. Пульсация скрипная. Печать Мактеридона. 92 тысячи. 18,5. Там людей не пугайте, не разговариваем. Идите в другой канал там. Мне больше вот этого нравится. Если бы я получил 95 тысяч, я бы вообще бы еще начал боя. Ой, извините, можно еще раз сумки класть? Сорян, случайно два раза нажал, ребят. Так... Там такие челики человые, да? Маг, наверное, 0 диспева, да? В смысле? А, сейчас на этом... На... Сейчас, по сути, кто? Только ты и маг могут диспелить. Проклятие, да. Это вообще жопа. Ну все, маги не дамажат. Ну, думаю, там как бы присты захилят. 25 заиграет. Танки, думаю, не уронят. Не уронят. Не спали, да, придется по-черному, конечно. Маз диспел уже не снимает проклятие, нет, да? Нет, нет. Только магия. Жезл посмотрели, кому надо озвучить там? Я просто чат не могу прочитать. Пошли мы бомбить. Дайте ребаф на ходу. Ага. Не-не-не, сейчас будет. Меня просто убит. Это интернет шалит долго все это делает. Ты его не таунти из танка. Он делает рывок и скидывает игру в ноль. Его заново надо набивать. Только тогда надо давать там. Вот этого громила. Я не танчу. Короче, такой нюанс есть, что шаман превращает танка в овцу. Вот. Если это происходит, он еще поворачивается в рейд и шопит рейд. Чтобы этого не было, надо что-то предпринять. Обычно мишку ставили. Ну что, диспелить еще? В принципе, она не диспелится. В принципе, есть вариант. Два танка поставить. Два танка поставить, либо, ну, я думаю, мы руку с бами туда свичнуть. Вот, сейчас. Оформим. Так, крестик. Череп. Просто подстраховка, два танка там стоит, если одного превратило, второй заберет. Они, видишь, еще не танчики, поэтому неизвестно, что. Не, я тут был, я и в Груле, и в Магике был. Просто там вот, где мы до этого были, я босса таунтил. Ну, ага. А не трэш. А здесь я держал двоих там в углу. Так. Ребят, кто полипавер меняет постоянно? Ну, тут, наверное, у кого есть ассист. Что такое, это ваш поле павера? Не, я просто каски даю, кого не вижу. Вот смотри, этот самый, значит, бами. Давай.
ты давай вот кеглер твой спиной в факел, вон там где это, ну, решетчатая такая херня стоит. Ну, я понял, ага. Вот там будешь держать, чтобы не летать. Если вдруг тебя превратит, ты в овцу. Ну, а короля, звездочку, мрук держи, короче, и где-то неподалеку. Если вдруг его босс кеглер развернется, нали, ты его стунти там, поглядывай на него, короче. Вот, и держи его там, не знаю, где-то вот метров 15. Ну, потому что когда кеглеры пойдут бить милики, у них там баг какой-то есть у ДКшников, или у варов там от глубоких ран, что король там, ну, срывается, короче. То ли там дамаг сквозь этот баф проходит. Луну, короче, будет держать Дед Мороз, ты давай держи, короче. Знаешь, да, Луне еще каст, молитвы исцеления сбивать. Ну, крестик, соответственно, Лингрен, ну и черепок я буду держать. Крестик, ну, примерно там вот, где он и стоит. Постараешься его словить. Черепок я сюда отведу. Вот, ну а луна. Луна, смотри, Дед Мороз, встань в таком месте, где тебя не будет откидывать это параши, вот эти кеглеры. Или там, или вот здесь, где дымок, короче. Где. Ну, сам подумай, где тебе удобнее. Может вот тут не достает. Или упрешься там спиной, чтобы тебя кеглер не откинул. Так вот, рыба. Я помню, там у нас Локи еще какой-то чревоточный или что-то там кидали. Кто, для чего. Кто с Локов знает, что такое косноязычие? Есть такие Локи? Косноязычие? Вот, трибал будешь кидать на Олма. Знаешь, да? Чтобы до того, как он каст начнет, чтобы... Ну, короче, понятно, да? Ну и все, с пула. Никто ничего не бьет. Никто вообще... Только танки. Вот, и хилы играют. И кто откроется, там, ну... Или озвучите там, если я не успею. И Best Knight начнешь напуливать. Спаси феи на того моба, на того танка, кто его держит. Слава, попрошу прям 2-3 минуты подождите, пожалуйста. Сейчас мелкому быстро покушать дадим бутылочку. Угу. О! Можно плащик тогда. У кого из пала обойное света, поставьте на огонь. О, уже переключили. Где механизм выпадет? Пока научите пользоваться полипауэром. Берешь и пользуешься. Все, я научился, спасибо. Обращайся. Гайд бесплатный был. Отличный гайд. Главное, у нас все бесплатный. Ну, короче, завтра они переходят к нам. Че тебе надо? Плащик. Слова, слышишь меня? Слав. Че? Я, короче, поговорил с Настей, ну, кто это, птеросминог, по поводу трех статика. Ну, типа, как бы там все пока что сложно очень, вот и все. Может, там сам с ней поговоришь, не знаю, там, хочешь свою обаяние, красноязычие, там, не знаю, вот и все. А то, как бы, без рашамов, ну, это пиздец. Ты имеешь в виду ваш ночной дозор? Да, она типа говорила мне, что, ну, в принципе, ей и время устраивает, она-то с нами не ходит, потому что у нее, ну, по работе не успевает, она приходит там уже тоже, либо мы на середине босса траем, либо уже под конец тоже реально бывает. А ночной дозор типа подходит ей, но там тоже по работе у нее не всегда она получается может. Просто если она зайдет как-нибудь в ДС, то есть ей тоже поговори, может там, не знаю, раскрутит ее. Это ты мне сейчас что говоришь, и мимо ушей пролетает все. Короче, птеросминог, Аршам, наш в гильдии есть. Поговори с ней, если как-нибудь зайдет в ДС. Кому жезл надо? Быстренько скажите. Походу, нахрен никому не нужен. Ломай. Ой, дай мне на расплату. Да убирайте, что ли. Он груд прыгает. Ему, что ли? Ну, передать тому, кто не был, или что, никак не передаст. Заберите, короче, не знаю. Не, СТТГ... Это ТТГ Санина, вот это лучше там дырка. Кипаси отдайте жезл, у него 239. Так я не был с вами. Не участвовал в бою. Да, те вроде все тут, если что, давайте проверка. Друиды жезл дайте. Че ты? Будет имбить? Еще одна веточка. Я груду отдал. Вот, короче, сказали, завтра залетят. Летят доты здесь? И Киризайда тоже нету. Он написал то, что отойдет на пару минут. То есть он предупреждал. Киризайда и доты, все, они подошли. Да я что-то. 5, 4,
3, 2, 1. Смотрим, кто откроется первым. Слепоглаз, луна открылась. Сначала смотрим игру, какую там набрано. Они на этом, как он называется, на Маруке. Смотрите агро. Видно там? У меня король. Слав, скажи, когда Гера будет давать? На овне же, да, Гера у нас? Это, давайте, милики, все отошли, кроме Казика и Блефа. Жуки, ладно, тоже. Ладно, два НХ тоже домашние. Домашние. У нас не так много. Инсика, уйди. Мало даешь. Сейчас захиливается больше. Хотя кто его знает. В принципе, бодро идет. Он сейчас закроется все равно. Сейчас он закроется, там будет длинный каст, надо будет сбить. А, слепоглаз добиваем. Пилики, все, идите на собак. Собак побейте. Баните их, зачем? Их надо сливать, иначе и банят, ну как я приделал. Всё, бейте собак. Да, всё. Да не баньте, что вы делаете? Ну, к черепку подходите, бейте собак. Пока не бейте, не тратьте ману. Так, 3 секунды смотрим, кто откроется. Холм открылся. Даю войско. Давайте Геру фулл ДПС по черепку. Диспали только Эли и собак помоги там позабирать. Фулл по черепку быстрее, все дамажим. Мак, помогай диспелу. Грут, слышишь, ты диспель давал? Он не диспелит вообще? Сейчас посмотрю. Давай, Грут, работай. Это, быстрее, быстрее, мы так подохнем. Слышишь? Диспель дал мне зыбку, короче. Летят доты гимн на ХП. Я уже дал. Пиздец, сука, диспель. Летят доты, да, гимн на ХП. Вы что, повеселиться пришли, что ли? На друида еще заходить надо, парашу. Диспель, ну диспель. Давай лучше Зара на ХП. Ну вот видишь, уже тело сдохло. Вас двое только кто может диспелить. А, ты забылась там. Оу. Диспели, диспели. Все, добивайте Оума. По собак потыкай. Эйла этого. Летят доты. Подожди, сначала добьем. Диспельте пока. Маг, диспель. Сейчас все время диспелим, все добивайте. Сейчас додиспельте сначала спокойно, Мурука захильте, хилы, прием. Все, спокойно стоим. Ну и резай тогда этого приста. И Лучезара, дай гимн на ману тогда. Где он? Сейчас вижу. Лагаем? Каску, лавку, приставав, дайте по тотота. Так, самое, знаете, что интересное? Надо, чтобы между королем и мобами был прямой зрительный контакт. Если вот он Кеглера, к примеру, не видит, он может просто не открыть сейчас никого. Вот он Кроши открыл, у него видит. Все, Кроши бьем РДД. Милики ушли оттуда. Ушли, 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 ушли. Ушли, ушли. Вы что, самоубийцы, что ли? Там 40 тысяч дамага от фаербола идет. Ингры на хилим. Этот, вы ходите раньше с огнем, с живой бомбой. Так, подойду, потыкаю. Нет стаков всем. Буду зыбку давать. Так.
Да, он не зыбко. Давай я хиляю ему сакву тоже добавь. Кеглера бьем. Идем на кеглера. Милики, тут можно бить. Куда вы крест бьете? Он закрылся. Вон, треугольник. И его можно бить, только надо отмигать, как на Зулджине. Давайте, бейте. Вот, Инсика, как дела у тебя? Бежать не можешь? Показать гайд, как надо отбегать? Вот, смотри. Вот я такой милик. Такой, смотрю, каст. Стою, жду. Вот, побежал такой. Побил. Смотрю, каст, отбежал. Отбежал. Что, сложно так сделать? Вот. Побежал. Побежал. Давай я пойду лучше. Каст отбежал. Отбежал. Давай там кирезает Москву. Сейчас закроются под гуси. В принципе, нормально. Он опять же открылся, выбиваем его в талово. Ставьте доту, дай нам ману гимн. Дед Мороз Груля танчил? Или нет, по-моему, не танчил. А, ну Лингрим с тобой был. Они там пойдут руки позакрывают. Я меня превратила. Это подхилитесь. Все, сейчас крест остался. Угу. Скоро откроют. Через 30 секунд. Так вот, 5 челиков залетит. Не, ну 30 тысяч ДПС это, ну, мощная тема, это считай мощнее ханта нашего демопа. Так что будущее есть. Ну опять же, там без всяких обид, вот эти рейды. Приходите, кто там, кто 30-ку не дает. Ну хотя бы 20-ку надо для Геры. 18 самый минимум, там не знаю. Демон еще может им 17-16 давать. Но остальные геру, если хотите, надо циферку давать. Ну потом, соответственно, мы Т5 начнем фармить, там может уже попроще будет с этим. Будет поблажек больше будет. Но до этого надо дорасти еще. Так что надо потерпеть будет. Я так понимаю, у меня танк капает, да? Кому? Да. Бами. Нет. Ну. Как тебе сказать? Успех сделать себе, чтобы было. Все апать, понимаешь? Все, что падает, то и апать. Падает на танка. Ну, опять же, есть танк, который постоянно танчит. Ты это видишь, на ГМХМ я тебе спекнул, потому что первые два хапала есть. Хилов 5 штук есть. Тебе не надо. У вас его протопал вообще есть тут? Ну, если Лингрида убрать, то у нас пала танка нет. Ну, у меня рпал на инсике мейн, но потом вы сказали, мне похуй, инсика должен хпихилить, блядь. Все, и вот потом вы сказали, что я хил. Нет, ты можешь мейн быть просто. Там посмотрим. Угу. Еще пачка зайдет, там рейд все равно формировать надо. Чтобы леди закрыть, я же говорю, нужны друиды. Мы. Не, просто я к тому, чтобы понимать, печенье сливать в танк или не надо. Пока спешить, пока некуда спешить. У тебя, кстати, кроме пала, такой перс еще есть боеспособный для целкогера. Целкогер? Угу. Ну, друид, наверное. А он что там, сова или что? Сова и медведь. Ну вот, надо его. Сова. Что в сове даешь? Там мало, там не да, по-моему, сейчас. Не, ну 15 тысяч у тебя есть? 1013-14. Вот это перспективнее будет апать. Потому что, ну, сам по себе класс-то очень нужный. Ну, посмотрим там паладином. Вот типа два хапала, если вот эти будут постоянно, это уже хорошо. Протопал, да, нужен, но надо думать и смотреть. Кто еще сейчас вступит. Плюс, ну, вариантов много, пока неизвестно. Ну вот перекроем, кто там меньше всего дает. Ну там потому что был уклон больше в медведя. В принципе, Джуни у нас нету, который сегодня мало дает. Потом как
какого-то мага еще того нету, который мало дает. В смысле, он есть, если нужен. Он рядом со мной, это брат мой. А, вместе вот это стойте, не пульте пока. Мы не бьем трэш. Сейчас я заберу эту всю парашу, и мы с вами прибежим. Главное, что блоков не убьем. Ну, инвизили можете бежать, в принципе, уже там коты, роги. Да, кто в инвизии можете. Быстренько сейчас парашу эту заберу. Сейчас на боссе объясню, что к чему. Все, сейчас я побегу. Побежим. Танки вперед. Все, можете танки бежать. Локи и бежим. Главное, чтобы вы не погибли. Там масрез дадим. Главное, не хильте. Далеко в комнату не бегите, добежали до нее, остановитесь. Не, вот где лок телепортируется, вот сюда примерно к печке к этой подбегайте. Ну да, вот где диван дали. Вот сюда. Босса облить не надо, и все, и тут падаем. Сейчас с дивана челик выйдет, даст на срез. Все, это самое. Помирайте, кто там не помер. Ну раз меня добьют. Живучий. Так, все, снимай диван, давай на срез. Так, сейчас я пока вторую пати сделаю. Значит, тут там. Вот это вот печально, конечно. Ой. Кушать. Я думаю, что шипешники выстоят под лицом, нет? Ну, нет. Короче, если я всех оставляю под лицом, то я надо могу, это... принципе, закрывать. Ты ДСшник, вон там закрывальщики 3-4 пати. Шкаф и сумон. Троих. Но ДСшникам придется закрывать, потому что нам под лицо надо вставать. Че? Не знаю, даже кого с них позже поставить. Ардру поставить, может. Или паладинов. Паладинов хапалов поставить. Это. Да. Ну там броня, да. Это. Вы шарите два хапала? Что такое, ну, стоять под это, под лицом босса? Там не просто стоять, там надо будет забегать. Вот, Киризайду, давай хотя бы свичнем. Кто у нас пойдет на руки? Марук, пускай руки закрывает. Марук, ты руками, короче, заведуешь. Ну не знаю, остальные пускай, ну, первая, вторая бати, вы, это самое, дед в этого, в ДД, Бами, я не знаю, что с тобой делать. Балтеть. Ну, дамаж, танки, не знаю. Я под боссом же буду стоять, да? Да, надо будет, короче, можем и втроем ловить, это оглушающий нас не убьет зато. Этот, смотри, первая, вторая бати, с пула босс. Он получает вот этот огненный дебаф на нем, это ожог такой, вот этот баф на нем висит. Он когда заканчивается, босс сразу сотку раги накапливает и дает, как он называется, напомните мне, огненный адский удар. Вот. Это херня, этот адский удар. Он дает 40 тысяч перед лицом босса, 40 тысяч, и вешает на весь рейд, на все 25 человек, огненную дотку. Вот с каждым таким бафом, ну, следующий адский удар, он усиливает эту дотку. То есть огненный стак, настакивает себе урон от огня. Вот. Что нам надо сделать? Первая, вторая пати, вы будете вставать под лицо. Вот адский удар он прокастует с пула. И
вы забегаете под лицо, потому что сразу после него будет ошеломляющий удар. Если под боссом на ошеломляющем ударе будет меньше 10 человек, вот если кто-то с вас выбежит, заслакает там или в руку зайдет и не добежит, то босс сразу моментально будет применять адский удар. Вот. Это приводит к тому, что, ну, во-первых, на весь рейд дотка, конечно, ее надо захилить. Вот. Плюс этой печкой снимаются стаки с босса, которые физурон увеличивают. Короче, сейчас посмотрим. Вообще стратегия очень простая. Три ошеломляющих и один этот адский. Три ошеломляющих, адский. Я это немного такой пинг, я бы на себя не рассчитывал. Ну, не знаю. Ну, ты на дамаг свой не рассчитывай, сделай так, чтобы ты забежал. Не, я про то, что у меня может залагать, и я буду надеяться, что не будет такого. Короче, если что там зайдет, я хиляю. Сейчас увидишь. Для закрепа еще раз повторите насчет вот этих дотков, там что-то перебежки. Кому? Кто? Какой у тебя ник? Вообще, в принципе, повтори, вот кто где стоит, чтобы подробно люди поняли. Вы стойте, РДД в центре. Локи слева закрывайте, ханты справа, маг тоже справа, где будет огонь разливаться. Марук на вход смотришь, откуда мы пришли, и все. Остальные шипешники возле правой ноги босса закрываете, возле левой. Вот, как смотрите на спину босса, это правая будет нога. Хилом где позиционируется? Хилы позиционируются с левой ноги босса, что с правой ноги там рука появляется, чтобы вы в руку не попали. И сейчас все это увидите. Пару раз упадем, ничего страшного. Значит, Слава, ты с бами, да? Танчишь. Нет, мы с тобой идем. Бами тоже иди с нами, но не Грони набирай ничего, мы с тобой идем. Все, я просто буду бить. Все на пулы и на войда даем. Все, пошли с тобой. Короче, по команде стойте, милики, максимально это в боссе в красном кружке, чтобы вы по команде могли зайти под лицо. Под лицо заходить, вот метка будет для вас. Сейчас вы под лицом не начинаете, милики. Слышно, нет, что я говорю? Они вот здесь же будут, да? Милики, вы сейчас с центра начинаете. И когда я скажу, уже будете забегать туда. Вот. Давайте проверка. Да, нажимаем. Посмотрели. Что у нас получится. Даю отчет. 5, 4, 3, 2, 1. Так, готовимся, милики. Готовимся. Сейчас этот каст пройдет и быстро под босса. Быстро под лицо. Под лицо, под лицо зашли. Первая, вторая пати. Так, 10. Все хорошо, стоим. Остальные там руками сами занимайтесь. Проебете руки, будет хуево. Так что руки не проебнете. Этот каст стоим. Все это у нас считают, все нормально. Но... Нет. Круто. Но у него раги 20 ровно. Я вижу. Не знаю, почему так. Падаем. А, может, его печка обожгла? У него нет, 3 раза. Нет. Печка только сейчас появилась. Ну, единственный вариант, что руки не закрыли. Были руки? Снимайте. Были, руки, закрыты. Уходите. Уходите. И ресы, и локов. Ну и там потихоньку. Давай, ресы, хилов, локов. И это. То под боссом там посумоним. Блять, слушай, ну я не знаю. Всем привет. Привет. Люди нужны? Здорово. Кто есть у тебя? Ну это... Дотер Соджет, ДК, есть еще. Ну, а кто нужен? Ты про Груля в курсе, как играть на нем под лицо, забегать и выбегать? Так, сейчас я только с работы пригнал, только прям вот сейчас. Ну давай, раздупляйся. Сейчас разденусь, зайду. Короче, я не знаю, ну 10 человек было, первые 10, потом 20 стало, и он столько вставать. Не знаю, такого не должно быть. Ну что, давно на этом боссе не было. Вообще можно еще одну тактику попробовать. Я видел такую, где только танк с 400 IQ играет, а остальные с 10 IQ стоят в метке.
Ну там что-то и лема вставили, не знаю, плюс милики у нас. Хер, давай еще раз попробуем. Или с этим людей. Покидайте тело, остальные засумоним. Тыкаем на сумму. Я груду резать. Остальные покидайте тело, там резать долго, сейчас засумоним быстро. Тыкаем. Ой, это вы куда пошли? Блин, хрен. А где там экипаз? Он там шел. А ты имеешь в виду за танка забегать или за кого? За милика. Блин, ну я ни разу не забегал, ну мы просто сбоку стояли, его там в черепе. Я понял, я знаю. Тактика, где танк думает за весь рейд. Сейчас, короче, если не так не получится, буду учиться этой тактике вместо вас. Так, можете меня сумонить. Да у нас хупок. А, ну если что, там это скажете, я пока квесты в полгородь подел. Хаваем рыбу, короче. Давай еще раз попробуем. Слушай, ну не знаю, стаков 10 было, не должно было такого быть. Давайте бафайтесь. Нажимайте, да, пошли. Что-то я неправильно метку поставил, что ли, ну-ка. Прям на минутку отойду, Слав. Я даже агро не включаю тогда, просто бью стою с вами. На пул и на войда. Void frozen. Там плащ, который дух хаст выпал, надо кому-то вообще, нет? Дух хаст. Все готовы, думаю, что. 5, 4, 3, 2, 1. Так, сейчас. Он кастанет адский удар, и после него первая и вторая партия забегаем под лицо, забегаем. Инвайт, ты... Да все, ну... Инвайт, ты пиздец. Адем. Не, нахуй, это, ну... Извините меня, нахуй. А чё, я пиздец, я один, что ли, упал? Ты не понимаешь. Ты, ну, тебе надо в рейд, где танк все делает, за рейд. Я сейчас ломанулся вот просто за всеми миличниками. Ты ломанулся под адский удар. Адский удар, я же объяснял, с пула 40 Слава, тысяч. Так он и Мордаун-то не были за боссом, они оба умерли. Но. Ну, сейчас они были за боссом, вон даже труп его лежит. Сейчас я посмотрю, от чего он умер. Мы за боссом были. И Мордаун вообще в центре, он тоже от босса умер. Адский удар. Ну, адский удар. Это значит, вы зашли в центр босса, там адский удар срабатывает. Так вот, Мордаун в центре лежит. Так я вообще за боссом был. Я улетел, блин, приганул и сдох. Ну, по мне, адский удар на 23 тысячи прошел. И еще на 5,5. Да я вижу. Нет, как будто вы под лицом стояли. Ну, я хуй знаю. Это какой-то... Короче, ясно, нахуй. Пизду. Я у ноги у задней стоял, хз. Все, похуй, короче. Давай, блядь, сейчас я буду развиваться, нахуй. Кушаем. Короче, вот вам метка, ваш черепок. Вот тут будете стоять, короче. Хэпал, первая, вторая пати. Мы с тобой, Лингрен, ну, ты будешь, короче, со мной бегать. Если что, уделить этот, как он называется, ошеломляющий. И кто еще туда встанет?
Ну и в принципе хватит. Капал будет 11, я хиляю. Вот я хиляю, тут стоишь и все это самое. Вот когда поворачиваю лицом босса на череп, вы там стоите. Когда поворачиваю, отвожу, можете спину побить. Да, череп. Ну, типа я сам буду первый раз по этой тактике бить. Ну так как у вас... Хуй это объяснишь, короче. Да хуя объяснять. Кто сейчас что неправильно делает, хуй выяснишь. Адский бьет по рейду. Адский бьет перед лицом 40 тысяч от огня. И на весь рейд вешает огненную дотку. Угу. Вот. А как они получили урон 20 тысяч или сколько там, 19-23? Это они под лицом стояли. Как? Я не знаю, как они так стояли. Ну, встали, может, лицо. Не знаю. Может, лицо у босса в жопе, не знаю. Что-то такое произошло, неведомое. Ну, короче, понятно, я понял все, ну, понятно. Как всегда. Без это, без пива не разобраться. Сейчас попробуем так. Ну я видел такую тактику, там танк просто водит туда-сюда босса. Ну, обжигать выводит. Ты ебал нахуй. Как всегда, делаешь все за людей. Может, ребятам саппорт выпить у кого-то? Не, да как? Не. Тут не в этом дело. Все уже. Сейчас вовсе. Просто вместо того, чтобы 9 человек думали, что и когда надо делать, буду один я. Это. Ладно, похуй. Получится, нет. Разойдемся. Распустим гильдию тогда. Если не получится. Размечтал. От АТГ. Так, давайте, принимайте. Короче, Лингрен, мы с тобой. Туда я его подведу сейчас звезду. Он эту адский прокастует и моментально на череп поворачиваем. Подожди, даже не череп, чтобы он поближе-то был. Ну-ка. Ну да, в принципе. Примерно так. Даже... А не проще нам вот с одной стороны печки в другую печку? Не-не-не. Вот это будет проще. Ну, смотрите сами. Все стоят в черепе, я просто примерно, танки переносят. Я примерно запомнил там. Все готовы, пошли. Мы чисто с тобой. Если что, ладно, похуй. 5, 4, 3. Так у нас кикастанет, просто повернем 1. На них. Сейчас кастанет. Все, стойте в черепе. Сейчас после адского. Вот, адский. Все, он кастует ошеломляющий, я на них поворачиваю. Он, видишь, еще не водится. Так, ну... Ебать, меня в трэш кинуло, алло. Пасифей, притворись, там босс не таундится. Так, сейчас надо на них повернуть. Меня сожрали. Он просто, видишь, откидывает. Трэш. Сейчас надо будет еще третий удар, наверное. Да, сейчас, короче, на него... Я хиляю вас, готовь массакру. Давай массакру. Ну и все, теперь надо вести его обжигать. Хуя не видно. Вот печка появилась. С тобой обжигаем. Вот он обжигается. Кастует адский. А вот после ошеломляющего. Да, или бьет массакру. Все, и теперь мы ведем опять этого меча туда к ним. Черепок. Поворачиваем лицом. Все в черепок вставайте. Блять, криво, конечно, пиздец. Но я первый раз, типа. Вот и так три раза тут стоим. Три раза просто считаем в тупую и все. Вроде не откидывает, за спиной встал, но нормально. Только ты с меня не сорви там босса. Один придется. Ну вот он. Сейчас более-менее, как-то по 12-13 человек там. Вот он третий даст, и я опять туда пойду. А то, что там люди дохнут, ну это пиздец, извините меня. Глаз нет, руки закрыть или как? Нет, тут трэш бегает просто. Тут трэш бегает. Да, тогда падаем. Давай, упадем заново. Кринжово как-то видишь, он, во-первых, когда кастует эту херню, он не водится.
Да и после первого как-то я не знаю. Сейчас я еще объясню, что такое ошеломляющий удар. Он же конусом откидывания дает. А чтобы люди не откинуло в трэш, надо отойти за спину босса. Я же его повернул на черепок, а он, не выйдя еще из звезды, просто повернулся. Он же не ходит. Вот, и чтобы не словить это откидывание, надо отойти. А, ты че, это же геометрию надо учить. Слава. Сейчас я метку просто поставлю, где рейду надо встать. Не проще, говорю, у печки, вот где крестик, там стоят те 10 человек, нахуй. Просто отворачиваем в другую сторону босса и все. Ты имеешь в виду по краям крестика поставить метку? Конечно. Ну, грубо говоря, танк с одного края печки, милики с другой. Ну, конечно, вот здесь, допустим, вот здесь вот стоят все, когда он раги накопил, мы вот так вот отвернули просто его. Не, ну можно. Раз, потом назад. А так он, видишь, он откидывает, все улетают куда хуй. Можно попробовать. Я не знаю, вот он когда будет ошеломляющий вместе с адским давать, он нас тоже откинет, по сути. А тут еще огонь будет. Вот тут через 10 метров. Адский не откидывает. Вот тут операция. Нет, ошеломляющий откидывает, будет с адским одновременно. Когда им надо будет обвинять. Давай, похуй. Ой, не смотрите на эти секунды. Так, ну вот мы тогда с тобой сюда будем отбегать, отворачивать. Ну, не пускаю, звезде стоят. Они, да, пусть бьют, там стоят. С пула сразу. Я сразу заведу и сразу тогда в крест поставлю. Не, так-то действительно проще будет. Я же когда спасал рейд, я же так делал, я же отворачивал просто его и все. Ну. Да и вообще первые разы, когда приходили, бывает. Там, видишь, еще добавили эту парашу, что после огненной дотки он в сотку раги накапливает. Раньше там сколько? 40 накапливает. Сейчас зато никого не откинет, не придется объяснять, что такое конус. Понимаете, как ты меня освободил от таких обязанностей. Че, убили? Почти. В основном. Пока, брат мой. Дай инвайт в гильдию хукмастеру с двумя S. Ёбана, это кто опять? Ну, это новый лог. Парень, новый лог, новый лог, короче, совершенно. Это Трибал Дай СС по Элия. Марук, готов? Сейчас рыбу не нашел, он нашел. Да тебе рыба это не надо. Не, вы это начинаете. Даже 5 секунд, наш этих просто 5 СС-ов. 3, 2, 1. СС на меня бесполезно. Все, звезду сразу вставайте. Вот он так как будет сейчас эту пирашку вставать. Сразу его отверну, он даст адский и поверну звезду. Все. Правильно же, да? Угу. Вот он дает эту парашу. Тут загвоздка только в том, что если кто-то выбежит. Ну вот вроде 11 есть, 3 удара даем. Я еще не буду шевелиться. Этот. Пасифей, смотри, притворись там, что-то не сервис монет. А то я не в ТП. Вот, второй, ну, три удара. Самое главное, чтобы печка самостоятельно не вывешивалась, хотя, в принципе, там. Третий. Ну, тут уже я спокойно отворачиваю. Геру-то дайте. На, Геру дайте. Вот, мы отвернули, вы там так везде и стоите. Сейчас видишь, что сейчас может ошеломляющий начать кастовать. Вон, видишь, что я про что говорю? Выдержим. Это я не забыл, нам на это. Вот адский. Это мы, считай, с тобой вдвоем. Это получилось так, что он якобы должен был еще сотку накопить. Потому что только по двоим нам попал. Вот. Ну, вот сейчас все мы сдупли. Короче, вот так надо делать, как ты сказал. Да? А то, что там два тела дохлых, чем, ну как можете это объяснить? Что это за параша? Дрои никогда не сдают БР, я знаю, я хотел хильнуть и
автокаст. Сейчас третий удар, пока я не шевелю печка. Третий удар ждем. После третьего будет уже хорошо. Сразу отворачиваю. Да, так а чё сразу, он все равно вот, вот видишь, только пошевелишь, и оно туда вешается. Ну сейчас. Я, в принципе, чё. Сейчас вот он нацки дает и сразу после него что-то еще попу и поворачиваем обратно. Ну все, разбились. Остается им только руки закрывать и все. И не пукать. Да, надо было давно так бить. А то я людей заставляю бегать еще, а руна не рубит. Сука, кто не выбежал из-под босса? ГП кидали за руки. Так не успел упасть, меня убило. Прикройте кто-нибудь руки. Да. Я вам прикрою, короче, ну руки. У вас реально, ну что у вас вместо мозга? Каша? У меня стак не успел упасть, что? В чем тут стак? Ну это вообще пиздец, я не знаю, блять. Эти хотя бы PS Quo это какое-то. Все падайте. Зубы, да, крылья, все тут. Какие крылья, какие зубы? Такие крылья, такие. Три руки в комнате появляются. Вас сколько, посчитать сколько у вас там тел? Третья, четвертая группа просто лбов стоит. Вы убить пришли или что? Или послушать говно в свою сторону? И Марук, танк, который все руки закрывает. Это ты мне про стаки сказал? Какая разница? Да, я сказал. Какие стаки? Но... Ты танк, ты закрываешь все руки, каждую руку. Из трех рук ты одну закрываешь. Всегда две руки и берут. Берет третья и четвертая пати. У вас 10 человек, вы что? По мне хил не всегда достает, понимаешь? Ну, а сейчас вы... что? Ну, причем прилипло по мне по второму. Какой ну, если хил? Я с пол хп стою в руках, что, меня, естественно, убило. Ну, значит, хилы моча, да? Правильно? Ну, прожимки у меня уже кончились, в чем проблема? Сейчас у вас кончится кое-что другое. Да, чё ты горишь? Вы мне объясните, нахуя ты горишь? Ну. Тихо. Вот я тебе объясню, почему. Потому что, во-первых, стаки тут ни при чем, ты танк. То, что хилы тебя не захилили, давай их обосрём тогда. Почему вы не захиливаете? Где вы стоите? Вы в противоположных концах комнаты стоите или как? Сейчас я поставлю вам метки, где руки появляются. Я вам сказал, кому, где, на какой меня место. Меня убило, стоит. По мне прошел урон 23 тысячи. Всё, то есть, всё. Даже если я сейчас ничего не нажимаю, у меня полтос, понимаешь? Я тебе говорю, я уже все понял. Вот я смотри. Меня руки не могло убить руками. Слов, пожалуйста, я сейчас мутану, тихо. Я сейчас буду ставить метки, и вы будете смотреть, где появляются руки. Везде. Вот здесь, на этой фигне, на деревяшке. Потом вот здесь они появляются. Потом вот здесь правая нога босса стоит. Сейчас еще покажу. Вон на той деревяшке появляется рука. Я скажу, на какую, кому метку смотреть. Логи поставьте в шкаф кто-нибудь. Вот здесь появляется на вот этой деревяшке. Ну и соответственно в центре появляются руки. В центре появляются руки. Так. Теперь смотрите, я обозначаю, кто какие руки закрывает. Марик непосредственно стоит и смотрит в звезду и в кружок. Вот это либо та, либо другая рука его. Потом Локи, вас четверо. Смотрите на ромбик налево. Ромбик это лево. Вот босс, спина босса в треугольнике, вы смотрите налево. Вот эти ваши руки. Если у вас дебаф, вы закрыли одну руку, то следующую руку закрывает другой. Я это тоже могу поозвучивать. Сейчас я попробую это сделать. Потом луна. Увидели все? Вон там луна далеко. Два ханта, Бескнайт, Пасифея и Грут. Как только там появляется рука, вы туда даете отпрыжку или блинк и закрываете ее. Бескнайт, допустим, закрыл. Идет следующий Пасифея. Закрыли Пасифея или Бескнайт, руки Грут туда блинкуются, закрывает. Делаешь глыбу, сразу следующую закрываешь. В центре стоят все остальные. Вот ШПшники, стоят хилы, два пристая, Ардру стоит, я хиляю стоит. И хилит Марика непосредственно, чтобы он не сдох. Понятно это? Вот. Руки появляются, три штуки, всего три на всю комнату. Одну всегда закрывает Марик. Непосредственно вот эти, либо звезде, либо в кружке. Вот. В ромбике Локи закрывают. В треугольнике закрывают ШПшники. Вас трое. В луне закрывают два ханта и маг. В квадрате закрывают все остальные. Кто тут стоит? Локи могут быть, ШП может быть, маг может, хант. И этот, и кто он? Хилы. Да, ну я могу закрыть под прожим. Теперь еще раз. Там, значит, если вы закрыли руку, на вас вешается дебаф на минуту. Он увеличивает урон, входящий от сил природы. Рука природы бьет. На сколько там?
то ли на 100%. Ну, короче, бил, он вот ударит по вам 15 тысяч. Если вы с этим дебафом зайдете еще раз, вторую... На 300%. Или на 300, или на сколько там. Ну, короче, это, шотнет, если у вас прожимки нету. В тучке не шотнет, в глыбе не шотнет, в чем там еще. 50 на 50 не шутит. Если вы идете туда, то есть если это лок идет, и ты уже с дебафом, то ты знаешь, что ты положишь рейд. Ты зайдешь, потому что люди посмотрят, что туда зашел. Тебя убьют, рука взорвется и задамажит 5 человек в рейде, и мы подохнем. Чтобы этой параши не было, вы тут не дамажить должны, а закрыть эти руки обоссанные. И босс сразу упадет. Мы разобрались только что, как с этим, с боссом, куда что поворачивать. Остается вам только руки закрыть. Одну всегда закрывает Маруку. И две надо закрыть вас. Считай, сколько у вас лбов. И по поводу печки хотел добавить. Сверху под потолком летит огненная сфера. В ту сторону, в ту печку, которую она пролетит, там разливается огонь. Если вы не выйдете, вы умрете. Поэтому отходите от этих печек, пожалуйста, если вы слишком близко к ним стоите. Да, со стороны Луны. Он имеет в виду, да, вот со стороны Луны будет примерно треть комнаты, вот такой будет огонь разливаться. Вот, но он когда разольется первый раз, в Луне уже не будет руки появляться. То есть туда только ханты с магом посмотрят один раз. И все. Дальше все легко будет. Так что руки ваш приоритет. Там ДБМ все пишет. Но если не пишет, вот есть Марук, который говорит руки. Просто скажи руки. Руки сзади, слева, помогите. Там, в ромбике помогите, в кружке помогите, везде помогите. Все, люди повернутся, сделают. И насчет дебафа. Смотрите дебафы, где рассказать, где дебаф, где вот массовое воскрешение, орда, премиум, VIP, вот эта вся параша, там дебафы появляются возле карты справа в верхнем углу экрана. Ладно, давайте еще раз. Надо делать тактику, иначе, ну, параша будет. Делать что-то. Мили все в крестик. 3, 2, 1. Так, отворачиваем. Сейчас сделаем так. После первых рук. Я скажу, кто не закрывает. Грут, Бескнайт, Паревит не закрывают следующие руки. Все остальные, кого не назвал, закрывают руки. Касается третьей, четвертой пати. Так. Все, поворачиваем. Так, поворачиваем на них. 10 есть. Вот скука, пасифея не зак... и трибал не закрывай следующие руки. Остальные смотрим. Ну вот это что? Это просто пиздец, нахуй. Я не знаю, нахуй. Ну я ж поставил метку. Почему? Ну, вот в чем проблема? Мне объясните. Почему это так трудно? Падаем. Пиздец, просто смех, блядь. Ну, появляется, ну, вот в этой треугольнике. Где треугольник же там поставить? Что, вообще никак, да? Религия не позволяет. Ну, мне просто объясните, почему так? Какая гера может быть СЛК, если тут нельзя простого сделать? Три всего эти руки на комнату, на всю. Под боссом спавнится, с правой ноги босса. Расскажите мне, почему, как так можно было? Бля, это пиздец. Ты на ком там, Мурлокос? А, ты не видишь. Есть там кто? Сейчас я посмотрю, кто там стоит. Пасифея без голоса. Бескнайт. Бескнайт, у тебя что, голоса нету? Почему есть? Так не можешь сказать рука в спине или что? Или ты куда смотришь, когда босса бьешь? Кто? Я смотрю на босса, смотрю вперед босса и смотрю на луну справа от себя. Пиздец. Есть кто-то, ну, кто, ну, с глазами, я не знаю, просто я не могу. У меня сзади глаз нет, я не знаю, если я отвернусь назад, делать. Я не буду бить вообще, у меня не будет проходить урон никакой.
Короче, ты, короче, не бей, короче, не сделай мне так, чтобы ты посмотрел на жопу босса. Там под правой ногой босса появляется рука. В ней треугольник поставил, вон он стоит, видно? Ну, давай на него теперь будешь смотреть, короче, потому что я манал такую херню. Ну как так? В Луне были руки, мы с Грутом зашли в Луне, когда дверки закрыли. Все, не надо. Есть кто-то другой, кто может... Эли, вот, братан, ты мне объясни, куда ты смотришь? Как правило, смотрю с центра в сторону... Там... Мардаун, в чем у тебя проблема? Но они не смотрят никуда. Я не знаю, как вы дамажите босса. Вы смотрите же на спину босса, правильно? Под правой ногой появляется нога, рука. Я не понимаю просто, ну как так можно-то? Вы сами-то хотите закрыть или вам интересно вот это выслушивать? Я не представляю. Нет, если ты меня назначишь на какую-то руку, не вопрос, я буду ее закрывать. Нет, я смогу только один раз ее закрыть. Блять, ну я не понимаю ход мысли. Надо санонсить людям, они закрывают. Вот, ну, я не могу угадать, в какой точке появится рука, и что ты ее будешь закрывать. Не появится, а что, ну, ты такой стоишь. Давай я тогда им руку я не могу поносить. Понять вашу логику, просто мне надо, чтобы вы сказали, что в треугольнике рука. Я не вижу ее из-за босса. Ее надо закрыть. Вы стоите в центре, в квадратике, и бьете босса, и никто не подбежал сейчас. Упали 5-6 человек. Что, всегда так будет или что? Вы мне, ну, объясните, сами себе задайте вопрос, что это за хуйня. Как, ну, до этого, вы первый раз тут все, вы мне объясните. Просто, почему так? Блять, Рага там, походу, я не знаю, предсказывает, наверное, да? В какую руку ему встать? Кому? Я просто, я в недоумении, ну. О, господи, мне... Доты в Диси, Соломка и вот сколько вы тут, братья. Давайте вас троих поставим. Встаньте под жопу босса и смотрите, пожалуйста, на треугольник. Почему она хлопнула сейчас? Все, другие руки не бегайте, не закрывайте. Встань, вон, закроешь, скажешь, там в ПМ летят или Соломке напишешь. Потому что это, ну, я не знаю. Вы сами-то подумайте, как это со стороны выглядит. Это вообще пиздец. Три руки в комнате. 10 человек не могут закрыть. С пятой пати 5, 15 человек, блядь.